Несмотря на юный возраст, слониха Марго умело выполняет сложные для 5-летнего слоненка трюки, восхищая публику своей ловкостью и покорностью. Другое дело репетиции. Тут уже Марго может и покапризничать, и показать свой характер, и подразнить пса Добрыню. Кстати, последнее, похоже, одно из любимых ее занятий. Гуляем. Завтра пойдем на проспект Ленина, гуляем. Так, стоять. Стоять. Андрей Дементьев-Корнилов не перестает восхищаться ее способностями. 5-летняя слониха выполняет уже около 10 трюков и практически полностью уже готова повторить номер, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, выполняемый взрослым слоном. Конечно, если после получит очередную порцию любимых бананов. Марго уже давно привыкла к шумным зрительным залам и телекамерам. Присев на край манежа, перед нами она терпеливо ждала окончания интервью. И, пользуясь случаем, подкармливалась вкусностями из сумочки дрессировщика. Мы ее расцениваем, наверное, как слона Индиго. Слон одаренный, со многими способностями. У нее очень хорошо развит, наверное, владение информацией, накопленным опытом. И она очень быстро славливает тот или иной опыт, технику, которую ей предлагаем. Большинство трюков она сама предложила. Вот, например, сидение, да, на барьере. Андрей признается, что характер у слонихи такой, что не позавидуешь. Но талантам все простительно. И поэтому он, не жалея времени, терпеливо репетирует с Марго трюк за трюком. Особое восхищение публики вызывает и появление на манеже вот этой команды пернатых артистов. Один из самых болтливых, какаду Маркуша, чувствует себя хозяином манежа и перед репетицией с удовольствием разгуливает по арене, заигрывая с журналистами. Владимир Городецкий демонстрирует удивительные трюки с попугаями. Порой просто поражаешься, насколько птицы доверяют ему и готовы выполнять все, что угодно, даже не опасаясь вот такого жонглирования. Молодец, умничка моя! В течение всего номера попугаи выполняют самые разные трюки. Крылатая пиратская команда готова удивлять и удивлять публику. Не только постоять на голове, но и поболтать, что, несомненно, особенно радует юных зрителей. Птичка моя, еще говорит, ну это по настроению. О каждом актере шоу «Карнавал слонов» можно рассказывать часами, но лучше всего насладиться их выступлениями на арене Брянского цирка, где они во всей красе демонстрируют свои таланты. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События, Брянск.